9 утра. В отделении МРТ Одинцовской областной больницы полная запись. Обследование проводит новый специалист Евгений Кобзарь, выпускник Сеченовского медуниверситета. Понял, что инструментальное исследование, вот типа МРТ, КТ – это та сфера деятельности, которая мне интересна и которая, в принципе, очень полезна людям для того, чтобы быстрее, так сказать, выявить их проблему какую-то и назначить оптимальное, как бы, решение. Он и сам когда-то получил спортивную травму. Тогда ему поставили неверный диагноз. Это заметно осложнило процесс восстановления. Зато предопределило будущую специализацию. Теперь при помощи лучевой диагностики Евгений помогает другим выявить различные заболевания. Ушибы, разрывы связок, новообразования, дисплазии и не только. Ну, в сагитале Т2 еще пока ничего тут не видно. Диагностика, разработка плана обследования, консультирование коллег из других отделений. И это далеко не все обязанности врача-рентгенолога. Однако самое главное, признается доктор, ответственность, которая лежит на его плечах. Человек, если приходит ко мне и там спрашивает, говорит, что тут, я ему показываю, что вот тут есть определенная проблема. Да, вот мы говорили о мочевом пузыре, и там патологическое накопление увидели контрастного препарата. Опять же, чтобы поставить, верифицировать рак, нужно взять биопсию. Вот, поэтому как бы, ну, тут мы даем предварительный диагноз и направляем врача уже именно диагноз, который будет у человека, это уже ставит именно сам лечащий врач. В своей профессии Евгений Кобзарь видит одни плюсы. Это и надбавки молодым медикам, и благодарность пациентов. И, конечно, дружный и отзывчивый коллектив, с которым легко добиваться любых целей. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».